9 сентября состоятся выборы губернатора Московской области. В этот день на территории городского округа Ликино-Дулево будут открыты 67 избирательных участков, а также 3 временных. Их организуют на территории лечебных учреждений. Проголосовать могут пациенты Ликино-Дулевской, Давыдовской и Дрезненской больниц. Причем в палаты к лежачим больным придут члены избирательных комиссий с переносными урнами.